Сегодня 11 листопада. У нас праздник. День не подлегло. Ну, день независимости. Вот. Мы сейчас находимся перед нашим самым главным административным зданием. Это вот наш ужонт воеводский. Здесь у нас обычно проходит этот праздник. Но праздник проходит всегда по одному сценарию. Там сначала это месса в нашем главном костеле. Потом выступает власть. Вот это вот уже Маршалковский сейчас с Пилсудским на коне. Ну и потом после речи здесь бывает дефиляда, но мы на дефиляду не пошли смотреть, потому что народу много, и в прошлом году мы уже были. Вот. А потом здесь вот устраивают такие для народа, ну, не гуляния, конечно, а разные службы здесь. Там службы обеспеченства, еще какие-то, выставляет свое оборудование, можно все посмотреть, пощупать, посидеть в машине, в машинах разных. Вот в прошлом году классно здесь было, а в этом году что-то поменьше всего. Вот, например, страж пожарных в Катовицах. Там можно посмотреть и разные шлемы, пощупать, одеть на себя. Там вот ротунковый, то есть это, ну, первая помощь. Тоже там можно посмотреть всякие штучки, чем они пользуются. Вон там лабораториум криминалистичный. Помню, в прошлом году мы там свои отпечатки пальцев, кажется, просто так снимали. Ну, в общем, вот так вот народ ходит, смотрит и испробует все на себе. Вот перед нами биофак, вот это красивое здание. Полицейские тут. Ну, тут везде пробраться, конечно, чтобы народу. Он видит, тоже пальчики катают. Все почему-то хотят откатать свои пальцы. А это наш ужон. Очень красивое, огромное здание. Ну, здесь решаются различные дела. Мы тут гражданство получали. А это наш палац культуры, дворец культуры. А вот это вот филологический факультет Шленского университета. Мы сюда ходили, когда мы только приехали на занятия польского языка. Вот здесь на биофаке Костя легализовал свой диплом. Ну, ему выдали такой документ, что он является магистерское звание. И вот когда он туда принес выписки прослушанных лекций, сколько часов, там даже удивились, они сказали: ого, сколько у вас предметов. У нас, говорит, ну, даже меньше предметов мы читаем своим студентам, чем у вас. Вот наше такое вот советское образование. Ну, вообще-то не совет. А, ну да. Еще были советские времена, когда мы заканчивали. Я в 92-м, Костя в 91-м, да. То есть вот ему без запинок он смог, в общем-то, легализовать свой диплом. Это наш театр Шленский, театр оперы и балета. Мы ни разу здесь не были, не знаю почему. Вот как-то я помню, в молодости постоянно ходила я там в различные театры, туда-сюда, 5-10, а сейчас... Иногда говорю: Костя, пошли куда-нибудь на какой-нибудь спектакль. Но Костя у нас совсем не театрал. Он вообще говорит, что театр – это анахронизм. Вот. Вот он находится тут в центре рынка. Такие интересные трамвайные остановки вот с такими железками сделали, я не знаю, мне не очень нравится, зачем такое сделали, но честно. Сейчас я остановлюсь.
А это мы сейчас выходим на нашу, ну, главную такую улицу, вот туда вот налево, Моряцкая, ну, самая такая улица, где все гуливанят. А вот это вот старый вокзал, ничего там много. Вот он, старый вокзал. Такой. Конечно, он уже давно уже недействительный. Его потихонечку тоже приводят в порядок. Что здесь сейчас написано? А, банк польский. Вот. И туда вперед, если идти, улица Моряцкая, которая упирается в Моряцкий костел. Вон он виднеется. Все тоже в порядок потихонечку приводится. Такое здесь, когда мы только приехали, такое все было замурзанное. На вокзал вообще смотреть было невозможно. А сейчас вот выпекли и что-то делают. Улица Моряцкая. Здесь вот летом, сейчас, конечно, уже холодно, не сезон. Здесь все убрали, всякие кафешки, пивные. А вообще здесь вот по двум сторонам этой улицы ужас, что творится. Мы как-то здесь были, вечером специально пошли погулять. Ой-ой-ой, такой тлум, такой шум, как на стадионе. В общем, пиво льется рекой. Даже иногда можно услышать запах наши. Но вот если подойти поближе к костелу, там кусок улицы свободный, чтобы к костелу близко вот это вот все не подходило. Как тут живут эти жители летом, как они все это терпят, это, конечно, не сравнить с нашими. Не сравнить с нашей околицей, где мы живем.